Ежегодно 8 ноября в России проводятся памятные мероприятия, посвященные подвигу и самоотверженности сотрудников органов внутренних дел, которые отдали свои жизни при исполнении служебного долга. В Каспийске в этот день у мемориала собрались представители городской администрации, коллеги, а также родные и близкие, чтобы возложить цветы и с глубоким уважением почтить память героев, которые ценой своей жизни обеспечивали безопасность и спокойствие граждан. Родные и близкие, действующие сотрудники милиции, хочу вам сказать большое спасибо за ваше мужество, героизм. Стоите на страже в первых рядах с бандитами, с преступностью, с теми щупальцами противоправных действий, которые, к сожалению, были и в этом году у нас по республике. Спасибо вам за мужество, за героизм. И вечная память нашим сотрудникам, кто ушел в мир иной при защите интересов государства Дагестана. Хочу вам один пример привести. 2 года назад мы готовили такое мероприятие в МВД вот перед памятником. И вот там, недалеко от памятника, стояла группа ребят. Подростки были. И он там держит одну фамилию. Я у него спрашиваю, чего держишь фамилию? Это, говорит, мой отец. Я говорю, а когда он погиб, ты знаешь? Я, говорит, родился через 4 месяца после того, как он погиб. И вот после этого, сколько времени прошло, этот мальчик не помнит своего отца. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, гости, вам спасибо, что пришли, уделили нам внимание. В этот день память погибших также почтили военный комиссар города Марат Пашаев, член Совета ветеранов ОМВД РФ по городу Каспийску, подполковник милиции в отставке Магомед Эмин, Гаджи Исмаилов, а также близкие и родственники тех, кто ушел, исполнив свой долг до конца. Все присутствующие выразили безмерную благодарность за их подвиги и самоотверженность. Уважаемые матери и жены, не напрасно погибли ваши сыновья и ваши мужья. Они погибли, защищая целостность Дагестана. И вечно в памяти остаются. Пока жива память, живы и они в наших сердцах. Я очень волнуюсь, потому что после слов Саида Алиевича я очень расстроилась. И хочу добавить еще слова благодарности руководству отдела внутренних дел, администрации города Каспийска, всем коллегам, что помните, чтите память. Далее присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу, символизируя свою глубокую признательность и уважение за их несгибаемую стойкость, преданность службе и беззаветную любовь к родине.